сегодня провели воркшоп «Персональная стратегия фандрайзинга». Нам удалось собрать около 50 представителей некоммерческих организаций и социальных предпринимателей Свердловской области. На основе тех инструментов, которыми мы пользуемся сами, мы разработали урок из 10 частей, с помощью которого организации смогут прийти к тем цифрам, к которым они бы хотели прийти уже в течение 2018 года. Впечатление уникальное. Для меня семинар такого плана впервые. Я буквально на днях ознакомилась с понятием фандрайзинг. Заполню 17 шагов к ЗАГу, к своему ЗАГу. Я представляю город Новоуральск. И я представляю два проекта. Проекты посвящены коммуникации. И сегодняшнее мероприятие очень было полезное. Сейчас осталось только воплотить все то, что услышано здесь сегодня. Только вы это можете делать. Хочу выразить огромную благодарность всем участникам воркшопа «Как построить персональную стратегию фандрайзинга» и, конечно, организаторам Ассоциации фандрайзеров и Фонду президентских грантов. Такие мероприятия в нашем регионе необходимы, потому что мы находимся на определенной ступени развития, на которой нам нужны новые знания для того, чтобы сделать качественный прорыв вперед.